Всем здравствуйте! Как жизнь? Давайте сегодня узнаем, как прилагательные отличаются по родам и выучим наиболее популярные из них. Прилагательное – это часть речи, обозначающая признак предмета и отвечающая на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие», «чей» и так далее. В русском языке прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, могут иметь краткую форму. Мужской род – красивый. Женский род – красивая. Средний род. Красивое. Множественное число. Красивые. Хороший. Хорошая. Хорошие. Хорошие. Белый, белая, белое, белые, синий, синяя, синие, синие, большой, большая, большое, большие. Как вы видите, окончания прилагательных меняются. As you see, the endings of the adjectives change. Давайте посмотрим на них поближе. Let's look at them closer. Мужской род. Окончание прилагательных мужского рода. Ый. As красивый. Ий. As синий. Ой. As большой. Женский род. Окончание прилагательных женского рода. Ая – as хорошая. Яя – as синяя. Средний род. Окончание прилагательных среднего рода. Ое – as белое. Ее – as хорошие. Множественное число. Окончание прилагательных множественного числа. Ие – as красивые. Ие – as синие. For example. Например, серый волк. Волк мужского рода. Серый мужского рода. Серая мышь. Мышь женский род. Серая женский род. Серое
Небо. Небо – средний род. Серое – средний род. Серые куртки. Куртки – множественное число. Серые – множественное число. Чистый – снег. Снег – мужской род. Чистый – мужской род. Чистая – вода. Вода – женский род. Чистая – женский род. Чистое – море. Море – средний род. Чистое – средний род. Чистые – улицы. Улицы – множественное число. Чистые – множественное число. Мы с вами уже выучили 25 наиболее используемых прилагательных в этом видео. Сегодня давайте узнаем следующие 25. Молодой. Молодой. Он такой молодой, но так много знает. Важный. Важный. Для меня этот вопрос очень важный. Огромный. Огромный. Этот город такой огромный. Простой. Простой. Для вас русский – это простой язык. Плохой. Плохой. У них сегодня был плохой день. Великий. Великий. Пушкин – это великий писатель. Целый. Целый. Он съел целый торт. Дорогой. Дорогой. Здравствуй, мой дорогой. Этот отель дорогой. Средний. Средний. Средний возраст студента от 18 до 25. Необходимый. Необходимый. Воздух – это необходимый элемент жизни. Готовый. Готовый. Мюсли – это готовый для еды продукт. Бывший.
бывший. Этот мужчина мой бывший шеф. Единственный. Единственный. Это мой единственный сын. Похожий. Похожий. Твой дом похожий на наш. Местный. Местный. Местный сыр здесь очень вкусный. Полный. Полный. Чайник полный воды. Следующий. Следующий. Следующий год будет успешным. Живой. Живой. Ты живой? Мировой. Мировой. Новый мировой порядок. Особый. Особый. Эта книга представляет особый интерес. Сильный. Сильный. Начался сильный дождь. Этот спортсмен сильный. Интересный. Интересный. Вы такой интересный человек. Серьезный. Серьезный. Ты чего такой серьезный? Легкий. Легкий. Наш полет был легкий. И багаж был легкий. Известный. Известный. Этот музей известный. Всем отличного дня!